Добрый день, уважаемые слушатели! Сегодня мы наконец приступаем к изучению программирования на языке высокого уровня. Этим языком, на котором мы будем изучать программирование, будет язык Python. Ну, правильно вообще говоря, его называть Python. Почему именно он? Потому что, во-первых, это язык очень простой. Он очень простой для изучения, он очень простой для описания, для написания на нем программ. Особенно на фоне других языков программирования. Например, таких как C, C++, Java, Go и так далее. Далее, Python, он по своей структуре приучает сразу писать хороший код. Далее, Python это язык не просто учебный, а предназначенный для профессионального программирования. На нем постоянно пишут работающие программы. И он имеет очень широкие сферы применения. Это, во-первых, различные сценарии для автоматизации системного администрирования. Это веб-приложения. Это различные боты, например, боты в Телеграме. Их часто пишут на Питоне. Это анализ данных, машинное обучение, искусственный интеллект. Для всех этих задач постоянно используется Python. По сути, на этом языке можно написать практически все, что угодно, кроме приложений, которые требуют высокой производительности. Потому что интерпретатор языка Python, он достаточно медленный. Хотя существуют, впрочем, его версии, которые значительно ускоряют его работу. Итак, давайте для начала установим интерпретатор Питона. Для этого зайдем на сайт python.org, Downloads, и просто нажмите вот эту кнопку Download Python. У вас в браузере сразу появится описание этой версии, последней. Вы можете выбрать вашу операционную систему. Если у вас Windows, выбирайте здесь. Лучше здесь. Если у вас Linux, соответственно, gzipet source tarball. И если у вас macOS, то что-то из этого. Сейчас у меня язык интерпретатор Python установлен уже. Я думаю, нет смысла подробно рассматривать процесс установки. Вы просто скачиваете нужный файл и нажимаете «Далее». Дальше. После того, как Python будет установлен, вы получите такую очень простую среду разработки на нем, включающую в себя интерпретатор и программу под названием IDLE, в котором можно создавать небольшие Python скрипты. Этот набор средств не предназначен для написания каких-то больших программ, но для простых скриптов он очень удобен, потому что в нем нет ничего лишнего, у него очень простой интерфейс. Он позволяет просто написать код и запустить его. Эта программа называется Python Shell, то есть командная строка Python. И в ней мы можем просто вводить какие-то отдельные команды языка, и они будут сразу же выполняться. Если вы читали приложенные к данной лекции методические указания, то можете знать, что языки программирования делятся на интерпретируемые и компилируемые. Компилируемые языки программирования это такие, как, например, C или C++. Вы пишете код, потом запускаете специальную программу под названием компилятор, и она из этого вашего кода создает так называемый исполняемый файл, который уже переведен в команды машинного языка данного компьютера. И, соответственно, если вы запускаете программу, она сразу начинает выполняться, она выполняется вся. И если, например, в вашей программе есть какие-то синтаксические ошибки, то она просто не скомпилируется. Из нее просто не образуется этот исполняемый файл формата, например, .exe. Интерпретируемые языки, такие как Python, они не такие. На них мы пишем код,
И каждая его инструкция исполняется последовательно. Если вы, например, написали какой-то набор инструкций, они начали выполняться, а дальше обнаруживается какая-то ошибка просто в самом коде, то его исполнение прервется на середине. Интерпретируемые языки обладают такой особенностью, что чаще всего у них более простой синтаксис. Они намного проще для работы. Например, одним из самых старых интерпретируемых языков является Basic. А из тех, кто используется сейчас, это, например, язык JavaScript или тот же Python. Но за это удобство написания мы платим производительностью. Давайте выполним вашу первую команду на питоне. Она будет выглядеть так. Import this. Если вы напишете этот текст и нажмете Enter, то вы увидите перед вашими глазами новый текст, другой текст. Он более длинный, он на английском языке. И первые несколько его предложений переводятся так. Красивое лучше, чем уродливое. Явное лучше, чем неявное. Простое лучше, чем сложное. Сложное лучше, чем запутанное. Плоское лучше, чем вложенное. Разреженное лучше, чем плотное. Читаемость имеет значение. Если вам интересно, как переводятся остальные фразы этого текста, вы можете опять же найти в поисковой системе. Вообще привыкайте, что если вы планируете связать свою работу с программированием, то вы никогда не будете иметь какой-то законченный набор знаний, вам постоянно нужно будет пользоваться поисковыми системами, постоянно искать в них информацию. Данный текст представляет собой философию языка Python, то есть принципы, которыми руководствовались его разработчики при создании этого языка. Давайте теперь рассмотрим более сложные команды. Например, напишем так. Вот, мы написали 2 умножить на 2. Сразу мы увидели результат. Также можем написать так. Два с двумя звездочками и опять 2 означает 2 во второй степени. То есть 2 умножили на 2 во второй степени, 2 умножили на 4, получили 8. То есть интерпретатором Python мы можем пользоваться в первую очередь как очень простым калькулятором, и в котором при этом можно совершать довольно сложные арифметические действия, такие как возведение в степень, такие как какие-то выражения с большим количеством скобочек. И так далее. Практически любая программа, как на языке Python, так и на любом другом языке, получает на свой вход какие-то данные, обрабатывает их и генерирует некую выходную информацию. Эти данные, как входные данные, так и промежуточные данные, так и выходные данные, всегда относятся к какому-то типу. Тип данных – это характеристика, которая определяет множество значений и набор операций на этих значениях. То есть, во-первых, это множество значений, которые могут принимать данные, принадлежащие к этому типу, и набор операций, которые можно осуществлять над этими данными. Простейший тип данных целочисленные. То есть, это, например, такие числа, как 2, 4, 8. Иначе этот тип данных носит название int, integer. Также существуют строковые данные,
Существуют данные с плавающей точкой. И существуют другие, более сложные типы данных, о которых мы поговорим дальше. То, что мы сейчас печатали, иначе называется литералами, то есть константами. То есть какими-то значениями, которые мы вводим непосредственно. Но сами по себе эти значения имели бы мало смысла, если бы в программировании мы не могли использовать переменные. То есть идентификаторы, которые указывают на какую-то определенную область памяти, где хранятся какие-то определенные данные. И этот идентификатор может иметь какое-то конкретное произвольное имя. Чтобы создать переменную, можем написать ее название. Например, пусть у нас будет переменная скорость. Speed. И сразу присвоим ей значение 60. То есть, если мы хотим создать какую-то переменную, мы просто пишем ее название, ставим знак равно, оператор присваивания, и пишем ее значение. Теперь, если мы хотим вывести значение этой переменной, мы просто опять пишем ее идентификатор. 60. Мы можем спокойно изменять это значение. Например, мы можем опять же взять это значение и присвоить ему какое-то новое на основе старого. То есть сначала у нас выполнится эта часть, вычислится значение speed умноженное на 60. Нет, лучше давайте не будем такую большую скорость сделать, пусть он будет скорость 2. Speed умножить на 2. Затем переменной speed присвоится новое значение. Нажимаем Enter. Теперь опять вводим speed 120. В языке Python одна и та же переменная может спокойно менять тип данных, потому что Python — это язык с динамической типизацией. В других языках программирования такое невозможно. Мы можем присвоить это переменное значение какое-то с плавающей точкой. Для того, чтобы создать значение с плавающей точкой, нам достаточно просто написать какой-то литерал, константу, в названии, в обозначении которой будет присутствовать точка. Можем написать 120.0. Все. Теперь переменная speed у нас уже имеет тип данных float, то есть плавающей точкой. Убедиться можем в этом так. Вот видите, мы написали type speed. И вот мы видим сразу класс float. Если мы, например, запишем какой-то строковый литерал, то мы увидим, что его класс str, то есть string, строка. Кроме стандартных арифметических операций, таких как сложение, вычитание, умножение, деление, давайте, например, мы создадим переменные a, b, и, например, c равно a разделить на b. Или c равно a умножить на b. Или c равно a плюс b. Или c равно a минус b. Минус 1. Существуют еще такие операции, как деление с остатком. Давайте, так как b у нас больше, чем a, мы b разделим на a. Точнее, не деление с остатком, это остаток от деления. А также целочисленное деление. То есть, если мы просто напишем, то c у нас будет равно 1,5. И тип у нас его будет float. А если мы хотим выполнить целочисленное деление, то его результат будет целым числом, без каких-то десятичных знаков.
Для этого мы используем два слэша. Вот, просто один, не полтора. Также мы можем написать, например, давайте c у нас опять будет a минус b, отрицательное число. Теперь давайте напишем так. Apps a. Так, apps c. Вот. Apps – это absolute, это модуль числа. То есть мы определяем модуль числа c, используя так называемую функцию. Функция – это очень важное понятие программирования. И оно представляет собой, по сути, то же самое, что и функция в математике. То есть зависимость некого выходного значения или некого выходного действия от каких-то входных данных. Именованное. В Питоне есть большое число встроенных функций. В Питоне есть функции, точнее, мы можем создавать функции самостоятельно. Как самостоятельно создавать функции, мы изучим позднее, в следующей лекции, когда мы будем изучать алгоритмы и структуры данных. Давайте рассмотрим еще одну функцию round. Эта функция округляет. Причем она округлять может не обязательно до целого числа, а до определенного количества знаков после запятой. Давайте у нас напишем такое число. То есть вот, данной функции мы передаем два аргумента. Первый аргумент – это, собственно, то число, которое мы хотим округлить. Второй аргумент – это число знаков после запятой. Если мы хотим узнать о какой-то функции что подробнее, мы можем написать такую функцию help. Вот, видите, мы написали про функцию. Мы передали как функции help. Параметр функции round. И теперь можем видеть информацию об этой функции. Она написана на английском, как и вся встроенная документация на Python. Если вы не знаете английского, настоятельно рекомендую вам его выучить. Если вы, опять же, планируете связать свою жизнь с информатикой, с информационными технологиями. Потому что в IT, по сути, английский язык лежит в основе всего. На очень мало информации на самом деле, точнее очень небольшой процент от всей информации про информационные технологии существует на русском языке. В основном почти все документации, очень большое число книг, очень большое число учебников, очень большое число статей пишутся на английском языке. Теперь давайте посмотрим еще один тип данных. Он называется bool. Это логический тип. Он включает в себя только два значения. True – истина, и false – ложь. В одном из первых наших занятий мы изучали булевую алгебру. Соответственно, с переменными логического типа мы можем осуществлять логические операции. Например, мы выполнили операцию логическая и AND. X и Y, соответственно, у нас будет false. Потому что истина и ложь. Также мы можем написать X or Y. То есть X или Y. Соответственно, здесь у нас истина. И можем использовать логическое NE. Not x
это не истина, то есть ложь, not y, соответственно, не ложь, то есть истина. Также мы можем использовать логические выражения. Чаще всего это какие-то равенства или неравенства. И составлять из них целые группы. Например, x больше y and 4 больше меньше 5. Истина. Почему это истина? Потому что значение true и false также соответствует значениям одного и единицы, и нуля, соответственно. Можем убедиться в этом, преобразовав какие-то из значений к типу int. Int, напоминаю, это целочисленный тип. Если вообще вы хотите выполнить преобразование между типами, то вы просто пишете название этого типа данных в скобках и то значение, которое вы хотите к этому типу привести. Не забывайте, что чаще всего такие преобразования будут сопровождаться какой-то потерей данных. Например, если вы хотите преобразовать тип float в тип int, то став из вещественного числа целым, он, соответственно, потеряет свою вещественную часть, потеряя знаки после точки. Кроме типов данных, включающих в себя какие-то одиночные значения, переменных, существуют также типы коллекции или последовательности. Их несколько видов. Мы сейчас рассмотрим основные, без которых мы, собственно, не можем изучать алгоритмы, не можем изучать программирование. Первый тип – это список. Список создается таким образом. То есть мы присваиваем ему какое-то название. Заключаем его в квадратные скобки. И вот, у нас готов список из 4 целых чисел. Можем его опять вывести. И мы можем применить к нему функции, такие как узнать его длину. Вот, у нас в списке 4 элемента. Можем соединить его с другим списком. Смотрите, если вы выполняете какое-то действие в интерпретаторе, но не присваиваете результат этого действия какому-то значению, то этот результат, он просто вводится на экран, но он нигде не сохраняется. Как вы можете видеть, значение а у нас не изменилось. Мы просто узнали, какой список получится, если мы соединим его с таким списком. Если мы хотим изменить значение а, то пишем так: а равно а плюс. Теперь у нас уже не 4 элемента, теперь у нас 6 элементов. Причем мы можем убедиться, снова применив функцию len. Можем проверить, есть ли какой-то элемент в нашей коллекции, в нашей последовательности, в нашем списке. Для этого мы пишем, например, 2 in a. True. То есть в нашем списке действительно есть число 2. А если мы, например, напишем a, то есть в данном случае, как видите, в кавычках у нас не просто переменная a,
Точнее, это вообще не переменная а. А это строковое значение а. Нажмем Enter. Ложь. Потому что в нашем списке нет буквы а. Также мы можем наш список умножить. Обратите внимание, что для краткости структуры типа а равно а умножить на 2 или структуры а равно а плюс 2 и так далее, можем заменять таким образом. То есть а умножить равно 2 это то же самое, что а равно а умножить на 2. Видите, мы удвоили наш список. Теперь у нас в нем, по сути, те же самые элементы, только сдвоенные. Обратим внимание, что в такой структуре, как список, имеет большое значение как сами элементы, которые в нем находятся, так и последовательность, в которой они расположены. Если мы изменим последовательность элементов, то это будет уже другой список. Мы можем обратиться к какому-то конкретному элементу нашей последовательности. Для этого используем квадратные скобки. Нумерация элементов в списке идет с нуля. Нулевой элемент это 1. Первый элемент это 2. Второй элемент это 5. Это число, которое мы пишем в квадратных скобках, называется индексом. Мы уже ранее изучали матрицы, и по сути список можно очень условно сопоставить вектору. Затем лишь исключением, что в векторе у нас неизменная длина, а длина списка может спокойно изменяться. Но если мы в Python хотим смоделировать вектор, мы будем использовать список. Если же мы хотим смоделировать матрицу, то мы создаем список списков. Обозначается он так. B равно вот, как мы увидели, мы создаем такой большой список из трех элементов. Каждым из этих элементов также является список. И, соответственно, мы можем, например, по индексу обратиться, как если мы используем одиночный индекс, мы обратимся к какому-то из этих списков. А если мы используем два индекса, то, соответственно, мы уже обратимся к элементу уже какого-то из этих списков. Например, вот мы напишем B0. Вот, 1. То есть, по сути, это то же самое, что вы могли видеть, когда изучали тему матрицы. Давайте вернемся к нашему первому списку, списку А. И рассмотрим еще две функции для работы со списками. Это min и max. Как можно, опять же, понять из названия, они позволяют определить минимальное и максимальное значение
элемента, находящегося в этом списке. Также у нас есть еще такая функция count, которая позволяет определить, сколько данных элементов находится в данном списке. Вызывается на следующем образом. Пишем a.count, например, 2. Вот. Как мы можем видеть, в нашем списке двойка встречается 4 раза. Например, 1 у нас встречается 1 раз, точнее 2 раза, а 0 у нас встречается, соответственно, 0 раз. Также мы можем, добавляя к списку какие-то элементы, можем это уже, как было видно, как вы помните, через функцию плюс равно. И на самом деле мы не можем это сделать. Чем можем сделать это вот так? То есть мы должны добавить какой-то еще отдельный список, а не просто какое-то отдельное число. Смотрите, если мы что-то пишем, и у нас появляется какой-то красный текст, начиная сейчас со слова traceback, это значит, что мы совершили синтаксическую или еще какую-то ошибку. То есть Python не может выполнить эту инструкцию. Он обычно вносит при этом какие-то пояснения, которые сейчас будут вам, скорее всего, непонятны, но станут более понятны, когда вы будете больше работать с языком Python. В данном случае вы можете видеть такую инструкцию, как type error, которая означает, по сути, что мы совершили какую-то операцию, недопустимую для данного типа данных. Int object is not iterable означает, что объект типа int не итерируемый, то есть его нельзя как-то перечислять. Если мы, например, массив, вот, то есть список можем перечислить по элементам, то с каким-то целым числом так поступить невозможно. Также можем использовать функцию append. Вот, мы ее написали. И теперь мы уже добавили две десятки разными способами. То есть через плюс равно мы можем добавлять только какой-то список, пусть даже состоящий из одного элемента. Через функцию append мы добавляем конкретный элемент отдельный. Другие примеры работы со списками вы можете посмотреть в методических указаниях. Еще один тип коллекции – это уже упомянутая выше строка. Строка – это тип данных, которые может хранить в себя буквы, цифры, символы, проще говоря, любой текст. Строки пишутся либо в одинарных, либо в двойных кавычках. Выбор чаще всего определяется удобством использования, желанием разработчика, а также наличием каких-то других кавычек другого типа внутри. То есть, если мы, например, захотим использовать апостроф, вот мы хотим написать слово «Д'Артаньян», то, соответственно, внешние кавычки мы делаем двойными. Внутри используем одно одинарное. И наоборот. Если мы хотим использовать внутри какие-то цитаты, то
Снаружи мы используем одинарные кавычки. К элементам строки, то есть к отдельному символу, мы также можем обращаться по индексу. Мы также можем с помощью функции len определять количество элементов в строке. Мы можем соединять строки между собой. Эта операция обычно называется конкатенацией строк. Мы можем проверять, равны ли они. Прошу, кстати, запомнить, что если мы хотим проверить два элемента на их равенство, мы используем такую конструкцию. Она состоит из двух знаков равно. Как мы видим, а не равно b. А вот если мы напишем, то в данном случае эти значения будут равны. Также мы можем использовать оператор in. Вот. То есть буква A у нас встречается в данной строке. Предлагаю вам изучить, какие еще функции существуют для работы со строками самостоятельно. А теперь давайте рассмотрим еще пару очень важных понятий для языков программирования. Это условные операторы и это циклы. Для этого давайте рассмотрим еще две функции, которые используются для ввода данных и для вывода данных. Это input и это print. Мы не всегда будем использовать язык Python вот так в интерпретаторе в Shell. Мы будем создавать на нем также отдельные команды, отдельные программы, которые будем сохранять в файлах, которые будем запускать, которые могут быть длиной в несколько десятков или даже сотен строк. Может быть даже тысяч, но тогда этот файл придется разделять на еще несколько файлов. И, соответственно, если мы хотим ввести значение в какую-то переменную, мы используем функцию input. Как аргумент этой функции мы передаем ту строку, которая у нас должна появиться перед вводом данных. Например, вот, как видите, у нас появляется такая строка, такой текст, введите значение А. Давайте у нас будет S5. Если мы хотим вывести значение какой-то переменной, то мы используем функцию print. Опять же, в интерпретаторе это обычно не нужно. Если мы вот так вот просто пишем, хотим вывести значение переменной, мы просто пишем название этой переменной. Но сейчас, когда мы будем составлять циклы, когда мы будем составлять условия, мы будем использовать эту функцию. Вот. Print A. То есть мы вывели значение A. Теперь давайте рассмотрим условный оператор. Что это такое? Это такая конструкция, в которой при выполнении определенного условия выполняется какой-то набор инструкций, какая-то часть программы. Если это условие не соблюдается, то мы можем использовать другое условие или выполнить какую-то операцию, если у нас ни одно из этих условий не соблюдается. Например, if 2 равно 2.
Мы ставим двоеточие, нажимаем Enter. Как видите, следующая строка у нас напечаталась не в начале строки, а с небольшим отступом. В этом определяется особенность языка Python. Какие-то логические блоки кода в нем отделяются друг от друга с помощью отступов. Программа IDLE или Python Shell ставит эти отступы автоматически. Но для вас важно помнить, что каждый отступ представляет собой 4 пробела. Потому что вы с большой вероятностью будете писать ваш код не только в IDLE, но и в каких-то текстовых редакторах. И часто там это будет иметь значение. Давайте рассмотрим такой кусок кода. Мы пишем if и какое-то условие. Если это условие выполняется, то мы пишем такой набор инструкций. Дальше мы пишем else. Это если условие не выполняется. Если мы хотим какое-то более сложное ветвение, то мы используем оператор elif. Вот давайте рассмотрим более сложную конструкцию. Первое условие у нас, если a равно 2, то мы печатаем a, то, что a равно 2. Если это условие не выполняется, то мы проверяем на верность такое выражение. То есть является ли a списком. Мы пишем, если оно это является списком, то a это список. И в противном случае мы просто печатаем значение a. Немного выше мы вводили значение переменной a. Оно равно 25. И вот здесь у нас число 25 вывелось. Кроме условий, еще одна очень важная синтаксическая конструкция в языке Python – это цикл. Ну, не только в языке Python, опять же, в любом языке программирования. То есть повторение какой-то инструкции определенное количество раз, которое может быть задано заранее, а может быть очень сложным путем вычислено. Цикл у нас существует двух видов. Это цикл с условием и цикл перебора. Цикл, который просто перебирает какую-то последовательность. Давайте создадим пустой список. И давайте создадим пустую строку. А теперь давайте продемонстрируем, как работает список с условием. Смотрите, мы создали условия для списка. Пока значение переменной s не станет равно d, мы выполняем следующую инструкцию. Мы вводим с клавиатуры значение переменной s, а затем добавляем его к списку b.
все. После того, как мы напечатали D, у нас к нашему списку ничего же прибавляться не будет. А теперь давайте выведем его. Для этого мы используем цикл по коллекции. То есть для каждого элемента коллекции мы создаем такой псевдоним и печатаем его. Вот, соответственно, каждый элемент коллекции у нас вывелся. Более подробно об изученных сегодня понятиях я очень советую вам прочитать в методических указаниях. А также еще лучше будет, если вы более подробно ознакомитесь с ними в сети интернет. А сейчас спасибо за внимание и до встречи на следующей лекции.